Есть люди, которые говорят, вот ты что, ты там в Москве, что ли, там баллотируешь, что там про Собянин, там вот и так далее. Ну хорошо, мы резонно можем спросить про недавние события в Саратове, поговорить, да? Про то, как полгорода осталось без воды, очень большое количество людей осталось без отопления. Почему все это происходит? Пол города, пол Саратова осталось без Подождите, воды. Подождите, друзья, в смысле Собянин, в смысле Москва, какие к черту выборы? Причем здесь вообще выборы? Но ну, неужели вы думаете, что наша с вами жизнь ограничивается какими-то выборами? Очевидно, что э, проблема, которая перед нами сегодня стоит, задача, которую мы сегодня себе ставим, гораздо шире, чем выборы. Потому что выборы в Государственную Думу, даже если они будут провальны для власти, да, может быть, лишат их, лишат их возможности продолжать, э, у, ну не продолжать, а усугублять грабительскую политику, тем не менее, изменить ситуацию в стране будет очень трудно, потому что у них есть Совет Федерации, который любой хороший закон народной власти, которых большинство в Государственной Думе, будет блокировать эту э, э, хорошую инициативу, реформу. И президент Путин не подпишет хороший закон, потому что это будет противоречить интересам олигархам олигарх. Что по-настоящему может изменить эту ситуацию? В принципе, то же самое, что и гарантированно добиться честного подсчета на выборах. Это массово уличная протестная активность. Это та самая солидарная и прогрессивная отстаивание наших общих интересов. Борьба за наше общее будущее не за интересы олигархов или их обслуги, а за интересы всех трудящихся, которых сегодня обворовывают. Вот о, о чем мы с вами говорим, когда мы говорим о Москве или о Питере или о Краснодаре или Владивостоке, мы говорим о том, что мы одна страна и проблемы у нас общие. Наша задача увидеть ту самую общность интересов, что независимо от моего возраста или пола или какого-то там э, вероисповедания, мы все одинаково ограблены. Ну, кого-то больше, кого-то меньше, но процесс в отношении нас осуществляется абсолютно один и тот же. Поэтому мы не делим себя на регионы. Да, конечно, есть выборная кампания, да, конечно, есть конкретный округ, да, конкретные избиратели, с которыми нужно, как говорится, разговаривать на земле, да, не в онлайне, а от квартиры к квартире, от встречи с избирателем к встрече. И смотреть в глаза и слушать все то негодование, которое есть, вопросов нет. Но здесь сейчас, согласитесь, да, мы не должны с вами сужать все лишь к выборам. Мы должны понимать, что массовые протесты и голосования это очень круто это основа да, дополнение к нему это контроль за процессом голосования и это сокрушительный для них просто настолько сильный удар да, что не каждый после этого встанет однако гарантированная победа стопроцентный результат возможен лишь в одном случае если его подкрепят на улицах миллионы людей в легальном законном протесте вот что есть истинное движение, да, к чему мы с вами э -э -э идем. Поэтому, когда вы говорите вот этой местечковостью, да, да вот только вот о том, а о том не говори, но мы все одна страна, и проблемы у нас на самом деле одни и те же. И бороться мы с ними должны только вместе, только сообща. Хабаровс показал, что в рамках одного региона решить федеральный вопрос невероятно трудно. Возможно, да, как доказал Шиис но тем не менее требует колоссальных усилий. Поэтому, конечно, наша задача объединяться не только внутри Саратова, не только внутри Саратской области, внутри регионов, внутри всей страны. Благо интернет нам дает такую возможность. Что касается вот этой темы отключения от коммунальных ресурсов, представляете, что такое отключение от отопления зимой в 30-градусный мороз? Отключение горячей воды, когда ты холодную не можешь набрать. Ты можешь, конечно, на улице черпануть снег, но он у тебя в квартире не растает, потому что там минус. Это условия опасные для жизни. Товарищ вам сейчас привел пример. Когда половина Саратова была отключена от подачи коммунальных ресурсов, услуг, это режим чрезвычайной ситуации. Это в прямом смысле слова режим ЧС незамедлительно, потому что под угрозой жизни и здоровья сотен тысяч моих земляков. Почему это происходит? Вы не думаете, что это только в Саратове? Износ коммунальных сетей по стране при, превысил критическую планку. Он уже за чертой вот этой невозврата. Я говорю о том, что в ближайшее время то наследие советской власти, которое досталось Саратову и всей стране, оно не, без, не безгранично, не бесконечно. Износ труб сегодня под дорогами моего города больше 90%. Это означает, что в самое ближайшее время, я не могу вам точно сказать, месяц, год, пять лет, количество прорывов превзойдет возможные ресурсы, залатать эти, эти, эти прорывы. А это означает, что будут отключаться дома, микрорайоны, районы города от канализации. От э, подачи воды. Это приведет к тому, что воду будут давать лимитированно. Мы возвращаемся с вами опять в феодализм, не только в вопросе больниц, которые у нас сегодня по численности приравнены к дореволюционной России. В конце 21 года мы выйдем на один и тот же уровень. Мы и в вопросе коммунальных услуг с вами перейдем э, в, в, эту же, в этот же темный век. Почему? Потому что люди считают, что это не, не их дело. Люди считают, что от них ничего не зависит. А власть пользуется этим и зарабатывает на этом колоссальные деньги. Чтобы вы понимали, что такое монополист в сфере э, теплогенерирования да, или там подачи электричества. Им досталась отличная новенькая инфраструктура. И они 30 лет собирают на этом деньги и выводят их в офшор за рубеж. И они богатейшие люди. Они в, в топах э, списка Forbes и, и еще выше, наверное. И, а у разбитого корыта мы с вами. У разбитого корыта те, кто оплачивают эти деньги и знают, что они идут не по адресу. И плевать на это хотели. И расплачиваться будем за это мы все. Не только мои земляки и я, как житель э, провинции. Каждый регион находится в такой же ситуации. Когда мне говорят, слушай, Коль, ну в таких вещах можно говорить спокойно. Ну, ну зачем там нервничать, там побереги здоровье. А как вы будете говорить об этом спокойно? Об этом криком нужно кричать. И это же будущее не для меня, это будущее для детей, для целых поколений. И ответственный будут за это я. Понимаете? Поэтому, когда вы говорите, о, там, что нужно говорить вот о, о там, моих проблемах, о проблемах моих избирателей, да вы понимаете, что это проблема федеральная, что это не только в Саратове, что это происходит повсеместно. Изиждица это беда на нашей с вами бесхребетности. Власть убила у нас веру в себя, убила у нас, в нас надежду и торжествует на этом вытирает руки и набивает свои карманы.